Чай будешь? Малыш, чай будешь? Малыш, чай будешь? Ты маленькая, а я малышку спрашиваю. Малыш, чай будешь? Малявка, чай будешь? Лёш, чай будешь? Нету. Подари мне первый танец и вези меня с собой. Я твой личный иностранец. Привет, ребята, всем привет. Подари мне личный танец, я твой иностранец. Привет, ребята! А вот и я, цветов не надо. Чё сегодня будем петь? О чём сегодня говорить? Подари мой личный танец, тандарай-рай-най-на. Любовь, спасибо за лайки. Елена, спасибо за лайки. Елена Кучерявая. Кучерявая Елена. Кучерявая Елена, ой, спасибо за лайкос. Кучерявая Елена, я целую вас в засос. Ой, жена слышит. Кто это сказал, а? Надежда Яковлевна, кто это сказал? Не знаю, добрый вечер. Привет, Наташа. Наташа. Подари мне. Одна Еленка кучерявая. Лайкает и лайкает, лайкает и лайкает. Тебе поставлю лайк, лайк, лайк. Я тебе поставлю лайк, лайк, лайк. Я тебе поставлю лайк, лайк, лайк. Подари мне на. Ах, горячо-то как, горячо. Привет. Как настрой? Хорошо, приветик. Настрой нормально, завтра на работу. Уезжаю я, уезжаю. Покидаю родные края. На работу надо Андрюшке. На работу нужна мне. Приветствую, приветствую, привет всем. Love you, love you. Как настрой нормально? Привет, 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 ребята. Завтра на работу, на Рязань. Алексей Саранск. Здорово, Алексей. Ой, земляки.
Алексей, Алексей, Алексей. Ой, Наташенька, спасибо, золотце. Спасибо. Спасибулечки. Наташенька. Приветствую, Наташа, приветствую. Наташка, Ромашка, кто не знает Наташку, Ромашку. Наташка, с улицы Симашка, с улицы Симашка. Наташка. Добрый вечер из Луганска. Луганск, привет. Юля Бережная. Юлька Бережная из Луганска, привет. Пижамы, носки, огонь. Спасибо, Наташка, Ромашка. У моей Наташки сегодня день рождения. Надя, Наденька, Надюш. Казахстан, привет, Елена Кучерявая. А, это Ленка Кучерявая. Привет, Ленка. Казахстан, Елена. Гусакова. А где жена? А где у меня жена? Кто знает, где моя жена? Угадайте, где жена? Малыш, ты не знаешь, где жена? Не знает она тоже. В зале сидит эту, Хюрем смотрит. О, Германия, привет, Оленька. Вот такие прикольные. Спасибо, Оль. Оленька из Германии, обнимашечки. Давайте мы обнимемся, друзья. Недавно увидел вас в рекомендациях. Очень понравились ваши ролики. Вы классный такой, позитив. Спасибо, Наташ. Оленька, я видел твои глаза в сердечках. Фотки смотрел. Блин, такие хорошенькие супруга, нельзя не влюбиться. Вот и я, Наташка Ромашка, про это. А представляете, это вы на фотках видели, уже влюбились. А я ее так увидел вживую. Стоит в пиццерии. Закружилась голова, бабочки в животе. Что еще там? Искорки там между нами какой-то. Что еще, что еще? Ноги задрожали. Волосы посидели. Привет из Кировской области. Вы такой позитивчик. Вот вам повезло, жене. Спасибо большое, Юля. Юляша. Бабочки, да, бабочки. Бабочки там, стрекозы, кузнечики, все, короче, в животе. Так. Ну, это, конечно, ее увидел, и так, мотыльки и все были. Привет, мне так ваши костюмчики нравятся. Спасибо, Иришка. Мотыльки там все, лягушки. Ну, лягушки от того, что я кушать хотел, они куэ-куэ. А так... От любви свела с ума эта девочка Надежда. Меня совсем с ума свела. Вы классные. Израиль, привет, привет. Дианярин. Дио. Дия, Дия, Дия. Халплайф. Диона. Диана. Диана. Диана из Израиля, обнимашечки. А мне танцы нравятся ваши, как ваша жена реагирует позитивно. Да, Оля, она у меня такая. Никак ее не расплюшу. Хотя с ней фотографируются на улице. Люди. Нет, батут. С ней фотографируются. А со мной никто не фотографирует. Я пляшу, она стоит. С ней фотографируются, а со мной нет.
Знаете, я плачу, наверное, пошла бы, пожалела. Она умничка, точно, Оля. Лучше исполните что-нибудь, у вас это лучше получается. Что вам исполнить? А он отвечает: подайте гитару, я песней отвечу на этот вопрос. Вы оба классные, спасибо. Зов. 555. Натали. Утоли мои... Обнимашечки. Утоли мои печали, Натали. Лишь для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны. Уйду, забуду и не буду вспоминать. Я этот дом и эту пьяную квартиру. Запомнит ты мне не отец, а ты не мать. Меня подъезды и растили, и кормили. Я отставляю вам потрепанный бардак. Гуляйте, пейте. Видите, у меня еще есть. Это для ролика я. Самокон. Но здесь святая вода. Подтанцовка где? Танюш, дочь, мне нужна подтанцовка, поможешь? Я буду петь, а ты будешь танцевать. Я пчела, ты пчеловод, крылья любит мед. Ну, дочка, ну тебя сейчас заблокируют нас с тобой. Ты подтанцуешь? Я пчел. Сейчас, секунду. Подожди, лохмач. Подожди. Сейчас, на, я тебя согрею. Иди сюда. Пошли. Смотри, что у меня сейчас надели. Пошли. Папе, он пижама. Опа, пошли. Пошли, давай. Ну, пойдем, давай. Ну, пойдем. Да нет вообще кофты. Прибыла подтанцовка. Подтанцовочка. Я пою, ты танцуешь. Подари мне личный танец. Иди, козявка. Привет, привет. Танюш, тебе привет передали. И вам тоже привет. Молодцы. Молодцы. Боно-боно, здорово. Боно-боно. Подари мне поцелуй. Да, Оля, я из России. С Мордовии, Республика Мордовия. Республика, я мордвин. Монтон не понимон. Тяфта-батяфта. Монтуято кадова. Я из Казахстана, 18 лет живу в Германии. Классно, Оль. Ой, Ольга, везет тебе, обнимашки. Ну, как там за границей, Оль? Что новенького? Магнитик хоть привези. Подари мне личный танец. На-на-на-на-на-на-на. Магнитик хочу. Я из Польши, тоже родился в Казахстане. А у меня друг есть в Казахстане. В
Караганде живет. Сейчас плохо, Украина понаехала. А где сейчас хорошо? Там, где нас нет. А что плохого? Понаехала. Привет из Минска. Так люблю смотреть ваши видео, так держать. Ксюша из Беларуси, из Минска. Привет! Обнимашечки. Подари мне на-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 на. Есть Темиртау рядом с Карагандой. А у меня друг там это, в Казахстане, он тоже, он военный, в следственном каком-то военном комитете работает, следователем. Ну, мы с ним общаемся, созваниваемся, списываемся. Ассет его зовут. Хороший парень. У жены, у сестры муж с Казахстана. Вот недавно ездил туда к брату. Родня с одноклассниками встреча была. Вот он недавно ездил туда в Казахстан. Спросил у него, как, что там. Он говорит, все хорошо в Казахстане. Все нормально. У вас там как, если в гости пришел, как он рассказывал, все, пока за столом не посидишь, не покушаешь, тебя не отпустят. А отказываться нельзя. Сейчас все для украинцев. Проезд бесплатный, а мы платим бешеные деньги. Ну и видите как. Да, Наташка, Ромашка. Меня туда надо тоже. Это же хорошо, в гости пригласили, накормили. Опять пошел. Хотя родилась в России. Путешествуйте. Я вот родился в Мордовии, живу в Мордовии, женился в Мордовии, детишки в Мордовии. И крякну, наверное, в 100 лет в Мордовии. На-на-на-на-на. Ой, Леночка, здравствуй, золотце, обнимушки. Ах, Лена, Лена, Леночка, упала белая фата. Работаем с мужем целыми днями, дачу держим. Дача – это хорошо. Помирать приезжаю к Казахстану. Наешься, да? В досыта и... Но я почему-то не люблю баранину, я не люблю конину, не люблю... Что еще? Да вообще, я вот таких вот не люблю. Я кроме вот сала и говядины, свинину и говядину я только ем, все. И курицу. Леночка, привет! Привет, Андрей! Упала белая фата, а на руке блестит кольцо. Но почему... Ой, Леночка! Бабочки, я же говорю, бабочки в животе. Спасибо, Леночка, обнимушки, обнимушки, обнимушки. Баранина, да, есть специфический вкус и запах. Ну, Наташ, да, я просто не люблю вот этих всех. И красную рыбу я не ем. Кроме... Мне нравится только этот, как его, треска. Вот в армии как треску попробовал, и все, теперь с нее слезть не могу. Конина? Не, фу, не. Упала белая. Вчера подписался в Ютубе. Леночка, спасибо, ты там со мной. Быть тебе до конца рядышком со мной. И никуда тебе от этого не деться. Упала белая фата. Бакланов не ел. Бакланы. А на руке блестит кольцо. Но почему же у тебя слезами залито лицо?
Твой парень веселый, красив. Най, най, най. Ребята, вот Лена, Лена, кто видит ее? Кто здесь? Забудь его, забудь. Точно, Лена, хорошая песня. Кто ее видит, Ленку? Ленку. Я в армии служу в Мурманске. Мы знали друг друга. Представляете? Хюрем, да, это засада. Она уже, я не знаю, пятый раз, наверное, смотрит. Она уже наизусть знает, но ей интересно. Забудь его, забудь. Уйдет любовь, как дым. Ай. Эхо и песни, да? Эхо и песни. Мы дружили с тобой. Ох, как я ревела под нее. Да, было время. Марк, здорово. С Мордовии. Республика Мордовия. Добрый вечер, Андрюха. Привет, Гена. Геннадий. Геннадий. Вопрос супер, молодец. Спасибо. Ага, ага, Татьяна, спасибо, обнимушки, приветик, приветик. О, Ленка, опять бабочки жжете, Ленка. Ну, это, наверное, опять, да, вспомнил. Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым. Ой, сейчас заплачу. Чему не кажешь, чему, чему? Приветик, приветик. Наташка, Наташка, с улицы Симашка. Наташка, ромашка, с улицы Симашка. Это журавлик. Ел журавлей? Не ел. Журавли. А это такая же курица, да? Только большая. Журавль. Улетели журавли. Покосился дом мой на бок. Мы мечтать и не могли. Марик, Марик, кошмарик. Как твои дела? Хорошо, завтра на работу. Привет. Завтра на работу в Рязань еду. Как мои дела? Нормально. Лейла, приветик. Зачетно тебя видеть. Спасибо. Лейла. Обнимульки. Лейла. Ла-ла-ла-ла-ла-лейла. Ла-лейла. А эти, Лен, помнишь этот? Петлюру мы слушали. Виктора Петлюру. Посадил я березу. Под твоим под окном был как раньше да-да-да, был да-да наш дом. Я у этой березы на-на-на-на-на-на. Эх. На-на-на-на-на-на-на-на. Давай его. Андрюх, классно ты, счастье твоей семье. Спасибо. Виктория, спасибо. Обнимушки. По-моему, ты уже сейчас уедешь на работу. Не. Завтра утром. Ту-ту. Проезжаю родные поля. Надюш, Надюшка,
Малышка. Еще пару воспоминаний ты, да? Нет. Хорошая семья, молодцы, спасибо. У меня Надежда Яковлевна все знает. Мы от друг друга ничего не скрываем. Привет, Виктория. Викулька, обнимашечки. А у нас с нею нет секретов. Ты подарил мне летом часики с секретом. Когда со мной ты рядом, они идут как надо. Когда с тобой мы вместе, они стоят на месте. Часики с секретом. Город Ковылкино. Лейла. Республика Мордовия, город Ковылкино. Знаете что? Я так тоже. И замужем, и дети. Да. Да. Я вам не сказал. Вообще-то у Лены есть уже взрослые дети, у нее муж, и живет она уже в Москве. О, прикольно, Надька, Яшкина дочка. Да, Яшкина дочка. Надька, Яшкина дочка. Так что, вот так. У нас уже у обоих семьи, дети. Но вспомнить... Когда это запрещалось? Воспоминания, они омолаживают. Я квик звитки. А я иду. Я с Мордовии. Аленка. Аленка, я с Республики Мордовия. Да, это мне было 18 лет, мы с ней познакомились, 19 лет мне было, это уж сколько прошло, 21 год. Всем добрый вечер, привет. Красотка, Боня красотка, Боня красотка, обнимашки. Знаешь, такой город Балхаш? Нет, не знаю. Мордовия, огромный привет. Хорошо, Мордовия, сейчас в окно крикну. Привет! 19, а мне 18, я в школу заканчиваю. Ну да, ты школу заканчиваю. Я не буду ничего отвечать на ваш вопрос. Как посмотреть-то? А вот, Ален, я не буду отвечать на этот вопрос, и вообще я по поводу этого речи здесь не веду. Привет из Эстонии, Леночка, привет. Бони, красотка с Мордовии. Обнимашки тогда. Землёк, да, я из Тюмени, всем привет. Тюмень. Бонька, обнимашки, пока жена не слышит. Обнимашечки, земляк. Привет, Андрюха, позитивчик. Иришка, привет. Обнимашки. Все меня слышат, все обнимаемся. Обнимульки, красотульки. Обнимульки, красотульки. Танюш, танцевать будешь? Танцевать. А, ты уже сняла футболку. Привет. Самой классной семье приветик. Алиса, привет, обнимашечки, Алис. Ты когда это оповещение раскидываешь? Блин, я не знаю все это, как там делать. Я просто выхожу эфир, в эфир и все. Я, Лен, правда. Спасибо, Алис, обнимашечки. Лен, если ты Шаркади в этом, помоги мне там разобраться. Я просто выхожу как-то в эфир телефоне и все. Чё там, как вот это все? Андрей Костюмчик, у тебя перцовый позитивчик. Спасибо большое. Виктория. Хорошо, извините. Да ничего страшного. Аленка.
Ничего страшного, обнимульки. Андрюха, не волнуйся, у тебя мудрая Надюшка. Я знаю. Алиса, за гантельки. Обнимушки. Жнульки, дочульки, привет. Надь, тебе Бонька привет передает. Танюшка, тебе тоже. Лёшка, тебе тоже. Где костюмы беру, Иришка? В Альберисе заказываю. У нас 3 дня назад было плюс 40. Вчера и сегодня плюс 8. А, ты тоже без монетизации? Да, без монетизации. У меня AdSense же нету. И там нельзя его... Да, и сынульки. Хорошо, Бонь передал. Лен, в России же сейчас нельзя это AdSense... вот этот канал сделать. И да, у меня YouTube без монетизации, я ничего не могу вообще делать. А чтобы AdSense создать, это нужен какой-то город. Сейчас Польша, Израиль, там я не знаю. И тут надо его регистрировать, там, например, на человека. Костюм просто бомба, и носки к ним подбираешь четкие. Это мне дарят носки, Ирин. Но они знают, какие мне дарить. И дарят. Вот. А если на... Мне делать... Блин, эти батлы. На Израиль делать, это нужен человек, чтобы кому-то письмо... Адрес, кому-то письмо пришло с кодом, чтобы этот AdSense мне подключить. И опять же, вывод денег. Это опять надо... Зайди на канал День Тигра. Лен, в личку напиши мне все подробно, как, что. Я по-любому тогда зайду и полазю. Сегодня, может, перед сном по-любому залезу, посмотрю, что, как. Это на Ютубе канал, Лен? Ой, привет, золотце мое. Ты что делаешь? Все? Кино не будет. На, поставь, Танюшка. Ну, иди поставь. Ну, иди поставь. Ну, пойдем, поздороваешься хоть. Скажи здрасте. 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 Ставь телефон на зарядку. Кино не будет, Наташка, Ромашка. Вот так вот. Спасибо, Алиса. Обнимушки, Алиса, обнимашечки. Ой, блин, капец. Спасибо, спасибо. Пойду. Алиса. Вот. Хорошо, я зайду, Лен, обязательно посмотрю. Просто... Ну, короче, у меня, да, канал без монетизации. А у тебя нет AdSense? Может, на твой подключим, Лен? Мой канал. Будешь процент брать. А, и жене розочки. Он тебе розочки шлет, Алиса. Спасибо. Спасибо. На, ты что сделала? У меня тебе ж в ушах звон. Что делал звон? Я мамке твоей сейчас позвоню и пожалуюсь. А! Это Сент. Ты где шлялся? Ты где? Волоса. Ты где была? И почему ты не пришла? Я не пойму. Я так скуч. Духи тебе прислали. Пшикаться будешь? Когда будешь, позовешь. Спасибо, Алис. Алиса, обнимульки. Спасибо большое. Вот так. Оставь ты кошку в покое, на ночь ты ее измучить хочешь. Красная Москва, да. Привет, привет, Людочка, привет. Обнимушки, Людочка, обнимушки. Наташка, Наташка. С улицы Симашка. Ну иди отпусти ее, она уже мяукает. Нет, у меня нет таких пошлостей. Сам знаешь, я не такая. А чем я тебе помажу?
Ну, YouTube бы завела, монетизацию бы уже давно Ты себе поможешь. сделала. И я подключился на твою тоже. За процент, конечно. Монетизировали бы. Оба в плюсах. Но мне, Лен, про серебряную кнопку там написали. Ну, это давно, правда. Что ждать вам, ждать и ждать ее. Так что еще будем ее ждать, не знаю когда и где. Да. Два плюса дают минус. Я тебе говорю, ребята с этого канала объяснят, они добрые. А как мне с ними списаться? Там у них ссылки есть? Что, как вообще? Через Телеграм там с ними списываться или как? Или в Ютубе чисто в комментариях им писать? Ты их знаешь, что ли? Лен. Паха, ты их знаешь? А, у них чисто прямые эфиры. Там и спроси. Ладно, хорошо. Ленка, еще раз скинь-ка мне, либо в личку, или как. Как там тигра, что тигра? День тигра. День тигра. День тигра. Ладно, буду вылавливать, стараться, спрашивать. Вот она, спалилась. Не спалили, любила. А нашу жизнь ее крапит кольщик. Надюха лечит, как бальзам, рану. Добрый вечер, рада видеть вас. Как Надюшка? Хорошо. Обнимушки. Надюшка, вон она. Это я, Танюшка. Это я, Танюшка. И нашу жизнь ее кропит кольщик. Надюха лечит, как бальзам, рану. Спасибо. Посмотрите, сама не смотришь. Тань, ты чего вот на ночь ее начинаешь? Она сейчас будет полночи прыгать. Это не она, а он. Ну, он, я сейчас вырублю его. Я его такая, значит, наступила. На что-то. На хвост, наверное, наступила. Ага. Нет, ты что, я их не знаю, они известные циркой. Они известные циркой. И... А теперь хоспис для больших и диких животных. Храни вас Бог, мои живы, мои хорошие. Спасибо большое. Диами. Ох, люблю вас смотреть, вы позичечки. Спасибо, Иришка. Иришка. Известные циркачи. А-а-а. Сейчас я приду. Нормально так? Да. Срулил. Я не с руля, я Чебурашка. Меня отвлекает. Кто тебя отвлекает? Привет, привет, ты, Лена. А ты что, папа ему купил? Смотри, что папа ему купил. Иди играй с ним, иди. Смотрите, что ему купили. Что ему купили? Мячик. Иди играй. Жесткий. Жесткий. Ай. Спасибо. Все, каждый по-своему красив. Я
Вы тоже красивые. Может, подруга бубнит. Да, они такие. Это только когда им что-то надо, а не это. Спасибо большое, Наташка Ромашка. Сходим в руналь. Таня. Запускаем дрона, да? Всегда улыбайтесь, только я смотреть ваш ролик с мужем. Муж, говорит, под ухо бомбит. Бубнит. Надюшка, привет. Привет, ты из Германии. Привет из Германии. Эмма, привет. Пристегнись мне здоровья. Спасибо, Иришка. Там-там-там. Вот тебе мороженку покушаю на ночь. Спасибо за мороженку. Спасибо. Надюш, привет. Вот такая пара красивая. Спасибо. Привет, привет. Ой, это мне бутерброд, я тебе не дам. Ты мороженое ешь. Спасибо, Алиса. Кушай, кушай. Кушай, деточка. Вы берегите друг друга. Наташка, Ромашка. Не так говорю, о, булочки, это все мне. Все мне. Гантельки, булочки. Ну, видишь, сразу качаешься и кушаешь. Спокойной ночи и до встречи. Пока, Наташка, Ромашка, сладких снов. Не пускайте меня снова с ней танцевать. Спасибо, Алис. Муж, говорит, бубнит. Мужу привет, Ленка. Сегодня тепло было. Сегодня солнечно было. Ну, к вечеру ветерок такой прохладный. Так ничего, дождя нету. Доброй ночи. Тата, доброй ночи. Обнимашки. О, привет, вы такие, когда... Интенсивно люблю вас, смотреть вас. Спасибо. Спасибо, Ирочка. Он тоже от него привет. Он тоже от него привет. Тац-тыц, холодильник, тац-тыц, морозильник. Дон Кабан, красавчики. Здорово, Андрюха. Тёзка. 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 Всегда вы смотрите, такие классные. Спасибо, Тата. Ваш клип супер. Где ты, королева? Спасибо, Иришка. Тик-токи огонь. Где ты, королева? Иди сюда. Ой, да, завтра на работу. На работу. Да, я тоже на работу завтра. Первый день. Тяжело будет. А я уж какой день? 9 лет вот. Ужас, ужас после отпуска. После отпуска на работу неохота. Говорю, возьми еще выходные. Отгулы. Молодцы. Делайте мир краше. Спасибо большое, Андрюх. Вчера зашла к вам на YouTube, обиделась, мало видео с отдыха. А это он не снимал. Вашу встречу с первой женой мы слышали. А как жена ее помнит? Все так же, все так же. Пока я вам рассказывал, она все это запомнила. Не, а какие у тебя были эти? Каких? Я же тебе номер телефона не дала. А что ты думала? Например, в то время, когда я у тебя спросил... Прилип, как банный лист. Чего этому козли не надо? Да, да, да. Теперь ты живешь с этим козлом, поняла? Гродно, привет. Где научился двигаться, как научиться танцевать? Тебе будет со мной, с козлом. Плоховато, я думаю. Где научился танцевать? Спасибо. Это тебе, духи. Спасибо. Ян, нигде не научился.
У него это. Привет с Парижа, вы классно. Его друзья говорят, у него короны эти. Вот эти. Сергей, здорово. Сосуд желаний тебе. Донос пеленок. Это точно. Не знаю, я раньше в училище, я любил эти танцполы. Я всегда в середине. Ну да. И девчонкам это, коронные заготовки, да? Да, да, да. И девчонкам ведь нравилось, как я танцую. Они за это со мной встречались. Я будешь встречаться, но я буду. Ничего себе. Давай встречаться. Ты моя теперь девушка. Если что, к тебе подкатят, то говори с Андреем. Вы просто вы такие умнички, побольше таких пар, как вы. Оленька. Ольга Леонова. Обнимушки. Вот, и я это. Это? Yes. Он решил так же ко мне подкатить, а я его да. Такая. Я такой захожу. Где ты, королева? Так-то 13. Замужем 12, да? Угу. О, Серега, здорово. Земляк. Вы откуда? Мы с Республики Мордовия. Мордовия. Привет. Мордовашки мы. Вот мордовка, я мордвин. Нет, у меня много национальностей. Оба мы татары. Я и чувашка, я и татарка, я и удмуртка. Это тебе кто говорят. Еще, кто еще? Я... Нет, ну ты похожа на... Ну да, да. Алибабу, ты похожа на Алибабу. Алибаба. И 40 разбойников. Не, на башкирку ты похожа на какую-то. Угу. Нас двое. Двое, сынулька и дочка. Вы прекрасны, спасибо. У нас двое, сынок... И доченька. Все как в аптеке. Что-то у тебя все трескается. Ты, походу, скоро сломаешься, наверное. Может, ты сидишь? Нет. Где вы проживаете? Танюш, мы в Республике Мордовия проживаем. Город Ковылкино. Мне немного передалось. Я тоже теперь как неугомонный. И несу, что не попадет. Кем работать? Я сварщик, она в отделе кадров. Я случайно попал на ваш стрим. Привет вам. Молдавия, привет из Мордовии. С России, да. Как неугомонно. Мордовия это в России. Это заразно. Только вот что-то тебя не заражу. А все? Че, все? Все уже. Все. Все. Вот если бы ты танцевал, у тебя бы спина не болела. У тебя бы корсеты бы не носила. У тебя вообще все прекрасно было. Все замечательно. Надо танцевать, понимаешь? Нужен ритм. В жизни ритм нужен. У меня он есть. А у тебя нету этого ритма, понимаешь? Ну, чё ж теперь поделаешь? Плохой пример, Надя, не ведись. Вы молочаги, мы с Одессы. Одесса, приветик. Одесса. БНВ. Соло Фёдор. Фёдор с Одессы. Здорово. Красавчики, люблю вас. Спасибо. Вот. Нет, правда, вот танцы. У меня тоже, вот, когда я ничего не делаю, у меня начинает... Себе забрал. Точно, точно. Когда вот ничего не делаю, у меня тоже здравствуйте. Где пижамы вот такие покупать? Хочу мужа давно и никак не могу найти. А вы в Альберте забейте пижамы мужские, и там всякие есть. Да, да. Забейте в Альберте пижамы мужские. Не в Альберес, а в Альберес. В Альберес, в Альберес. Там нет мягкого знака. Беларусь, привет. У Валька забейте. Там все есть. Спасибо, Настен. Настен, не за что, обнимушки. Вот, у меня тоже, нет, позвоночник болит. Ага.
Я начинаю, ага, думаю, надо снять что-то, ТикТок там или что. Ну, молодец, что, что хочу. И все, как рукой снимает. Вы такие милые, спасибо, Настян. Понимаешь? А у меня вот ногой и не снимают. Тебе надо танцевать, я тебе еще. Вот если вот ты не... со мной, выходные. Знали? Да, это чудес, чудо, чудо, юдо. Это... Счастья вам, спасибо, Настя. Ой, я не могу. И это. И вот того на это. Смотри, три дня я приезжаю. Через... Давай, я приезжаю на следующие выходные. Как нет? Мы с тобой эти три как дня снимаем ТикТок, танцуем. Нам, вот смотри, я тебе отвечаю, это будет бомба. Привет. Привет из Волыни. У вас еще за дружно бережет. Спасибо большое, Валерия. А Валерию я часто вижу в комментариях. Чудесно, он заботится о ней. Спасибо. Привет из Иванович, Беларусь. Иванович, Беларусь, приветик, обнимушки. Валерия, обнимушки. Вот. С Киева привет. Киев, привет. Светочка, с Киева обнимашки. Штука вот не смотри. Прицепился, как нет, смотри. Смотри, банный лист я тебе, по я, жизни. Я тебе, вот, я тебе как врач отвечаю, говорю. Как врач говорю. Сразу, вот видос закидываем, где ты начинаешь. Я, например, готовлю, картошку чистю, а ты возле меня. Где же ты, король? На-на, вот это вот. И я закидываю этот видос. Мы из Украины, вы классные. Спасибо, Орлова. Обнимашки. Я там чистю посуду, мою вот это. А ты такая хочешь. Болеро, может балет танцевать там, я не знаю, там, я могу тебя подучить. Я тебе говорю, видос этот взорвет просто этот весь ТикТок. Ты представляешь, столько ты не танцуешь, столько всего. Гомель, привет. Наконец-то будет ролик, где муж готовит. Вот, вы супер, вы классный, спасибо. Какой врач? Гинеколог. Казахстан, большой привет, вы супер. Спасибо, Казахстан, Марина, привет. Обнимашки со всеми. Я тебе говорю, он сразу миллион наберет. Да как нет? Миллион слабо, у нас там есть видосы. Даже где... это, кончился словарный запас. Нет, миллион у нас это. Мы 12 лет вместе. Миллион здесь есть уже видосы, у нас роликов полно. Ставрополь, привет, Ленок. А это, представляешь, я мою полы, ты ходишь возле меня вот это, танцуешь там. Ты представляешь? Угу. Мы взорвем этот ТикТок. 10 миллионов. Мало, у нас есть такие видосы. У жены даже на странице в ТикТок есть видос 15 миллионов там, что ли, 14 миллионов. А вот если мы все это наоборот поменяем, вот, вдвойне. Да. Вы классные, спасибо, Лен. Фантазер. Привет, фантазер. Фантазер. Не, говорю, я как врач, жена дает скалкой по хребту, все проходит. Это точно. Нет. Тебе. Я тебе. Мне за что? Точно. Я тебе по хребту скалкой, у тебя все проходит. Там, говорю, как врач, жена дает скалкой по хребту. Жена, а не муж. Весь вот, все, вот. Лен, ты все вот только что разрушила. Она уже была почти согласна танцевать. Лен, вот ты на этом все прям перекрыла. А ты согласился? Ты согласился? Я с Украины, вы супер. Привет, привет. Мишура, Рита. Рита с Украины, привет. Вот. Тогда ролик будет на 100 миллионов. Точно. Давай снимем, давай. Я тебе по хребту. Давай в прямом эфире. Боюсь, убью. Я вытерплю. Ради этого я вытерплю. Татьяна. Лен, вот ты все испортила, она уже была согласна. Привет с Украины, с города Николаев. Привет, приветик. Обнимашки. Леночка, привет.
Эндрю, аж дар речи потерял. Ты, конечно, потерял. Ты все испортил, Лен. Прям уговорил уже. Ну, ты же видел. Я что-то это прям... Что-то это... Все. Ой. Сейчас капец. Где такие прям покупать в Альберсе? Ой-ой-ой-ой, Танечка, я же что-то не каканул. Доченька, ну как же ты так, а? Лёшка у меня в этом ходит. Привет, дружище. О, привет, привет. Все хорошо. Олесечка, привет, добрый вечер. Обнимашки, Олесечка. Таня Кашарина. Почему шкафчик открыт всегда? Привет с Украины. Молодец. Алла, привет, обнимашки. Блин, ты, а ты видел, как я испугался? А ты видел, сколько туда воды забросил? Я заикаться начал. Она нечаянно, красивые глаза. Ты откуда? Я с Мордовии. Республика Мордовия. Привет из Одессы. Мама, босс. Ребята, молодцы, спасибо. Ирен, мы с Украины. Привет, привет, Ирен. О, как же хорошо, что ламинат. Как хорошо, что ламинат я в квартире. У нас тоже ламинат. Понятно, я с Беларуси. Беларуси, привет. Спасибо вам за... Леночка, пожалуйста. Ой, дочек сейчас нас испугал, правда. Бокал уронил с водой. Да как они вздуются-то? Не ругайся. Очень прикольно подписано. Спасибо, Таня. Красивый мужчина. Спасибо, Валентин. Марик, иди сюда. Вы супер, спасибо. Нет ламината. Он не вздувается. Ты такой прикольный, всегда поднимается настроение. Спасибо, Олесечка. Надюшка там что-то ругается. Вы похожи на артиста одного, не помню фамилию. Россия. Руся, где жить лучше? Квартира? Я бы в доме, Танюшка, жил. Привет из Эстонии, вы классный. Привет. Покажи меньших шкодников. Она там Надюшку ругается. Отойду. Сходи, сходи. Жене милашке привет. Хорошо, передам. Ну чего ты расскажешь? Все нормально. Вот что ты кричишь-то, Надь? Да ничего, Андрей, ничего. Ничего не случится с ламинатом. Правда, что ли? Правда. С моими нервами скоро случится. Не плачь, иди. На диван иди. Лёшка. Я думал, в квартире, я тоже в доме. Не, в доме хорошо. Дом это и есть дом. Очень красивая песня. Спасибо большое, Ирен. Обидели дочь. Да. Ой, ты... Мамка поругала?
Привет из Акта. Вы супер, спасибо. Красивые вообще, очень умнички. А малыш, да, как мамка, скромная, точно. Мария Берг, привет из Германии, привет. Так держать, еще раз привет с Турции, мои девочки, вас обожают, спасибо. Девочкам привет. Турция, привет. Привет, привет. Таня, закрой, она не там, она, наверное, за пылесос заберет. Вот он, Марик. Ну, спокойной ночи, малыши начались. Как, не бегай туда, Таня. Не бегай туда. Там мамка злая. Там мамка злая. Тихо, дай сюда. Тихо. Где мой телефон? Не знаю. А ты его заряжать не ставил? Мультик детства. Привет, привет, Редис, Украина, привет. С Украины? Угу. А кто из Украины? Привет из Черновцов. Я очень позитивный, веселый. А как ее зовут? Ну, супер семья. Леди. Ее зовут Леди. Леди? Леди. Леди? Леди. 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 Черновцы. Ой, спасибо. Софья, спасибо. Елена Ивановна, приветик. И кот сидит на меня, глядит. Да? Так прям? Угу. Я такая стою, такая. Сколько лет вашей дочке? Сколько тебе лет? Шесть. Как относится к на работе к твоему хобби ТикТок? Да никак, хорошо, даже некоторые со мной снимаются. Вы прикольно, счастье вам, спасибо большое. Ну, они привыкли все уже. Даже снимаются некоторые в ТикТоке. Ой, Олечка, красотка, привет, Саранска, землячка, привет. Земля. Вот Олечка из Саранска привет передает. Спать пора, наверное, уже, да? Пиздевушка. Мама говорит, что я одна буду. Да? Ну все. Я боюсь. Не бойся. Девочки, отплывайте подальше. Мало ли чем можно от нее заразиться. Убавь. Попорьте и позволю. Девочки, отплывайте подальше. Мало ли чем можно от нее заразиться. Привет, привет. Почему ты? Что я? А первое время ржали напарники. Да! Первое время, да, ржали. Сейчас нормально. С Республики Мордовия. Ирен, я с Мордовии. Республика Мордовия.
Спасибо. Спасибо, Ирин. Так, что, спать? Завтра в садик, на работу. Привет, привет, Орлова. Так, ладно, ребят. Всем доброй ночи, сладких снов. Ждите новых короликов. Они будут по-любому. Куда им деться? Всех обнял. Сладких снов. Поки-ноки.